Ребят, всем привет, с вами я, Ваня, и в сегодняшнем видеоролике я вам покажу очень простой способ получить супер редкий автомобиль под названием Катафалк. Просто так эту тачку нигде купить нельзя, поэтому эта машина у многих желанна в GTA 5 Online. В общем, сразу же не забудьте оценить этот ролик лайком, ну и давайте наберем 300 больших пальчиков вверх. Погнали! Итак, первым делом мы должны убедиться, что у нас есть друг. Далее заходим в открытую онлайн-сессию и приглашаем сюда нашего напарника. Но если у вас нет друга, то пишите свои ники от PlayStation Network, Xbox Live, либо же Social Club прямо в комментариях под этим роликом и ищите себе друзей. Далее мы создаем мотоклуб и приглашаем сюда нашего напарника. Затем подходим к доске с заданиями мотоклуба, и здесь нам нужно выловить миссию под названием «Наемники», и на картинке от которого будет изображены 4 байкера и 2 лимузина. Если же у вас нет этого задания в списке, то выйдите из клабхауса и где-то через 30 секунд вернитесь обратно. Далее мы запускаем это задание и едем к метке на карте. Здесь мы найдем сам катафалк и плюс к этому другую легковую машину. Теперь наша задача сесть в этот самый катафалк, а ваш друг пусть сядет в другую легковую тачку. И далее отправляемся к церкви, которая обозначена на карте. Не доезжая примерно 100 метров до нужного нам места, я советую вам сбавить скорость и смотреть в пол, чтобы все со 100% вероятностью получилось. Далее доезжаем до чекпоинта, вылезаем из оригинального катафалка и бежим искать на ближайшую парковку ее копию, которая здесь должна была заспавниться. Ну и теперь уже как хотите. Можете пройти все это задание или просто как это сделал я, угоняем катафалк, отвозим его в Los Andes Customs и ставим на него трекер и полное покрытие, чтобы этот автомобиль стал нашим. Вот в принципе и все. С помощью такого простого способа мы с вами получили, наверное, самую редкую машину в игре. Но на этом у меня все. Если вы хотите больше подобных роликов на канале, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на сам канал. Все важные ссылочки на мои соцсети будут в описании под роликом. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Life.